Приветствую вас, дорогие друзья! На связи Ольга Каурова, и сейчас я вам покажу, как создать свой личный модерируемый чат. Модерируемый – это значит, что вы сможете контролировать все сообщения, которые будут появляться в вашем чате. Как вы знаете, хакерство процветает, поэтому мы с вами заинтересованы в том, чтобы к нам не попадали какие-то лишние сообщения, ну и кроме того, вы управляете этим чатом, можете в него добавлять какие-то команды. Как это сделать? В любой абсолютно переписке, с кем угодно. Вот у меня какой-то товарищ прислал мне свою рекламную информацию. Есть такая команда, которую я сейчас отправлю как бы этому человеку, хотя на самом деле она к нему не попадет. Обратите внимание, это косая черта, create moderated chat. Вот именно набор этих символов, так скажем, я копирую и вставляю сейчас в сообщение абсолютно любому человеку. Может быть, это чат, может что угодно. И нажимаю «Отправить». Как только я сделала это действие, посмотрите, у меня появилась беседа без названия. Вот это я сейчас и создала вот этот модерируемый чат. Моя задача сейчас только зайти, я кликаю по аватарке этого чата. И здесь вы видите, что вот беседа без названия, но я здесь уже как администратор. Меняем название. Например, учимся зарабатывать. Учимся зарабатывать. Я в скобках поставлю для тех партнеров, кто будет включаться, чтобы они знали, что это мой именно чат. Нажимаю здесь галочку, что вот это название мы утверждаем. Отмечаю здесь звездочку, чтобы добавить в избранное, чтобы в контактах я легко находила этот скайп-чат. Отмечаю чекбоксы, чтобы сделать доступную историю чата и создать ссылку, которую можно скопировать и отправить партнерам, чтобы они присоединялись в этот чат. Ну, еще, конечно, я добавлю аватарку. Какую-нибудь возьмем картинку, такой рупор. Нейтральная абсолютно картинка. Сразу она не отображается, не пугайтесь, она появится буквально через несколько секунд. Как видите, чат создан, мы видим его название, здесь сейчас появится аватарка, и здесь появились сообщения, что вот я присоединилась, что я переименовала, что сделала доступную историю чата. И вот вы видите, пока я вам это все отмечала, здесь уже аватарка у нас появилась. Теперь можно добавлять сюда партнеров, кого угодно. Предположим, у меня этот чат сейчас будет создан для моей американской команды. И я сейчас добавлю тех людей. Вот у меня есть Галина. Мы сейчас ее добавим в этот чат. Я кликаю на сам чат, спускаюсь до контакта с Галиной. И просто кликая мышкой на контакте Галины, зажала левой клавишей мыши, перетаскиваю там, где у меня название чата, чуть ниже. Видите, вот участников 0, вот появилась такая голубой прямоугольничек, я отпускаю. И сейчас мы видим, что теперь участников 1, мы видим, что у нас Ольга Оленко добавил Галину к этому чату. Добавить точно так же можно было и другим путем. Мы сейчас кого-нибудь еще добавим в этот же чат, так чтобы вам было понятно, что можно добавить альтернативным путем. Например, вот добавим Марину. Для того, чтобы мне ее добавить, мы сейчас вот так же кликаем сюда, на сам название нашего чата в контактах. Теперь я нахожусь в чате, кликаю на контакт Марины правой клавишей мыши, посмотреть личные данные, копирую ее логин, копировать, закрываю. И здесь в поле сообщений я добавляю слэшку, то есть косая черта, без пробела, обращаем внимание, добавляю такие символы, как ADD, делаю пробел, вставляю логин Марины, которую я только что скопировала, и
Нажимаю «Отправить». Как видите, теперь вот Ольга Оленко добавил Марина Каурова к данному чату. И сейчас еще одну сделаю опцию. Покажу, как сделаю модератором ту же Марину. Есть такая команда. Я ее скопирую. Вы можете видеть это на экране, можете себе где-то записать. В описании под видео я оставлю эти команды. Перехожу также в Skype. И сейчас здесь в поле сообщений вставляю эту команду. Вместо логина я вставляю, опять же, правой клавишей мыши перехожу на контакт Марины, посмотреть личные данные, скопирую ее логин, закрываю. И вместо слова логин Скайпа, вот это я выделила, выделяем логин Скайпа. Застрял. Вставляю настоящий ее логин. И она у меня будет администратором. Отправляем данное сообщение. Как видите, появилась такая запись. Марина Каурова назначен модератором беседы. И если мы кликнем на аватарку нашего нового чата, теперь мы видим, что администраторов у нас 2 человека. Вот таким вот образом. Теперь достаточно скопировать эту ссылку и отправить тем партнерам, которых мы хотим пригласить в данный чат. Например, у меня здесь есть та же Галина, которую я добавила. Я кликаю по ней и пишу. Все. Все очень просто, быстро и легко. Надеюсь, эта информация вам поможет. Свои скайп-чаты всем необходимы для работы со своими командами. На этом я завершаю. С вами была Ольга Каурова. До новых встреч!